Здравствуйте. 5 августа, 3 лунный день, созди сугара с элементом эфира. День для достойного руководителя Ханой Тэша благоприятен во всех благородных делах, потому что со знаком Бальжини мы. Благоприятен в размышлении медитации, обращаться к духовным наставникам, начитывать мантры, усмирять негативные проявления, исправлять ошибки, вдохновление на положительные поступки, приближать друзей, восстановление достойного руководителя, дальнюю дорогу. Ребенок, родившийся в этот день, будет храбрым, аккуратным по отношению к отцу, будет проявлять уважение с жестким нравом. День неблагоприятен. Бурение скважин, созывать собрание, стрижка волос к достатку. Благоприятен для людей, родившийся год дракона, обезьяны. Неблагоприятен годам, зайца, лошади, курицы. На верхней березке дым продувание, скучаны, диважен дуани, очевани сунды, и в Винсенсе в чем дуани, саган угрын. Будьте